Вы на канале Valerie Life. Сегодня у нас праздничный день, день Квебека или день святого Сен-Жан-Батиста. Сен-Жан-Батист – это покровитель франкоговорящих канадцев. Так что я вас приглашаю провести этот день вместе с нами. Поехали! Праздник начинается в 11 часов утра, и огромное количество машин подъезжает к месту празднования. Нам повезло, мы живем в 5 минутах ходьбы, поэтому мы взяли просто коляску и идем на праздник. Мы живем в небольшом городке, который находится по южную сторону от Монреаля. Это называется Южный берег. Население нашего города составляет примерно 25 тысяч жителей. Каждый год муниципалитет нашего города устраивает огромное праздничество в честь Дня Квебека. Вот и сегодня мы идем его праздновать. Как всегда, все развлечения для детей бесплатны. То есть все лазилки, прыгалки, бродилки, все-все-все бесплатно. Сегодня всем жителям и всем желающим раздавали цветок лилию, символ Квебека. Мы взяли себе два цветочка, которые с удовольствием посадим на своей клумбе. Также для всех детей были приготовлены бесплатные обеды, которые в дальнейшем раздавали всем взрослым, потому что количество обедов намного превышало количество детей на площадке. Все девочки любят макияж, и, конечно же, мы не могли пройти мимо. Лиза заказала себе бабочку, весь макияж исполнялся в бело-голубых тонах, то есть в цветах Квебека. Так как очередь была небольшая, я рискнула и тоже заказала себе небольшой рисунок. В этот день было очень-очень жарко, и провести целый день на открытой площадке было фактически невозможно. Поэтому мы сделали небольшой перерыв, зашли домой, нам повезло, что мы близко живем, и самую горячую пару провели возле бассейна. Ну а когда жара прошла, мы вернулись праздновать День Квебека и уже остались до вечера. Ну вот и все, наш праздничный выходной подошел к концу. Мы напрыгались на батутах, наелись сэндвичей, сделали себе макияж, довольные и радостные вернулись домой. Я вам желаю также хороших, теплых, ярких и веселых выходных.
И всем пока!